утро на озере Байанур. Байанур с высоты птичьего полета. Козы на отдыхе. После обеда поедем в этот перевал. Вчера ездили на разведку. Дорога оказалась доступная, приемлемая. Решили ехать. Колодец с водой. Кто? Внутри пресная вода. Да, он, видимо, бьет родник. Не понимаю. Не понимаю. Кирюзов ты? Собираем лагерь и планируем двигаться дальше. А то место, где купались. Я видел, один ящик освободился, или он не освободился. Пришло стадо коз. И купаются монгольские дети. Утром мы пополнили запасы воды из колодца, к которому нас привел добродушный монгол. Позавтракав и собрав лагерь, выдвинулись в перевал, подъем в который разведали вчера вечером. Главные опасения были насчет Вольвы. Сможет ли она ехать в такую гору груженная? Не будет ли сходить с ума ее автоматика? Но все прошло нормально. Перекрылась АКПП только у 120-го Прада. Не доезжая до самого перевала, дали передохнуть нашим машинам, остыть двигателям и трансмиссии, а самим полюбоваться окружающими нас видами. Поднимаемся на перевал. Самое трудное позади. Поднялись на вершину горы. Вид на гору Цастула. Виды с перевала были просто невероятные. У меня было желание остановиться и заночевать где-нибудь здесь неподалеку. Но всей остальной команде этот вариант не пришелся по душе. Было больно и обидно прощаться с этими видами. Но что поделать? До первого ручья, впадающего в речку Хойтгол, дорога была еще неплохой. Но потом начались первые препятствия в виде больших валунов. Мне на 90-м Прадо было ехать довольно легко. Зачастую камни просто пропускал между колес. А вот двум другим водителям приходилось намного сложнее. Мы встали в живописном месте с видами на долину реки Ямаат-Гол и два снежных пика. Один из них это Цастулу, высота 4209 метров. Второй пик безымянный, высота его 4048 метров над уровнем моря. Здесь, на высоте почти 3000 метров, погода нам преподнесла небольшой сюрприз, к которому мы оказались не готовы. Налетел очень сильный ветер. Не все наши палатки смогли ему нормально противостоять. Как ни странно, древний пикник оказался хорошо устойчив к ветру, а вот новая солева сложилась при первом же порыве. И как мы не натягивали штормовые оттяжки, сопротивляться ветру не хотело.
а рядом захоронение какое-то. Дороги Монголии. Ночью поднялся сильный ветер. Ночевка на высоте 2900, почти 3 километра. Шатает машину, шатает тент, неприятно. Есть риск, что сорвет и унесет все наши палатки. У нас не приспособлены к такому ветру. Крапает небольшой дождь. Что будет, непонятно.